Всем привет! Сегодня я получил телефончик Nokia 6131. Пришел он, значит, такой в фирменной коробочке синего цвета с знаками приветствия на ней. И тут какие-то надписи на самом деле, в общем, не важно. Сейчас посмотрим, что у нас содержимое коробочки. Так, сам телефон розовый с красным. С комплектацией у нас зарядочка тоненькая. Наушнички. Обычные, ну, таким стареньким широким разъемом. Потом USB кабель с таким же разъемом. Диск. Ну и, соответственно, мануал. Все можем аккуратно. Кладем в стороночку и смотрим наш телефончик. Приятно. Внешняя внутренняя камера есть, без спички. Так, оригинальный. Кнопка камеры отдельная. Кнопка включения. Выключается, наверное. Батарейка, как всегда, замотана скотчем. Я люблю того, чтобы он не включался в дорогу. Мало ли, вдруг где-то кнопочка нажмется. Я сейчас батарейку вытащу и сделаю правильно. Так, батарейка действительно была заклинена. Попробуем опять ее включить. Вот теперь он завелся у нас. Вот так вот у нас ведутся клавиши. Маленький тоже цветной. Отображение событий. СМС-ки там что-то такое, звонки, там все отображалось. Ну и время, конечно, не помню. Когда ты подпиваешь, так светится. Картинка такая. В смысле, русский лик. Это был канал GadgetX, с вами был Пахенко Сергей. Всем пока, до новых встреч!